Авторская выставка открылась в столичном музее чувашской вышивки. 30 лет мастер народных художественных промыслов Надежда Степанова создает из бересты картины, предметы интерьера и украшения. Как оживает дерево в руках умелого мастера, знает моя коллега Наталья Мальчикова. Береста настолько гибкий материал, что готова принимать любые смелые идеи. От ювелирного украшения до солонки сотворить из нее можно все, что угодно, утверждает мастерица. Подчеркивая природную красоту, умело сочетая сотни оттенков и пород дерева, художница творит настоящие шедевры. Тут и плетение, тут и штампы, тут и резьба по бересте, и аппликации по бересте, и раскраска. Тут все можно увидеть, что касается обработки бересты. Это юбилейная выставка мастеру Надежде Ивановне Степановой, 55 лет. Дерево может быть теплым, пластичным. Сказка буквально оживает. Самая любимая вот как раз хозяйка Медной горы. Вроде есть вещи объемные, но основная часть картины в полуобъеме, немножко выходящего пространства. Это береста, для меня это как краска. Разные цвета бересты использую, вот разные оттенки бересты использую как палитра в своих картинах. Необычный дар резьбы художнице достался от отца. Филигранная резная работа, в которой просматриваются элементы городецкой росписи, тематика многогранна, как и сам талант самородка. А вот материал для творчества собран со всего мира. Многие года бересту собирала сама. С учениками выезжала, сама выезжала, родственники помогали, родители помогали. А теперь уже я основную часть бересты даже закупаю. Достаю бересту, привожу с разных регионов, потому что березы везде растут разные, их более 200 разных сортов. Около 100 картин, изображений видов столицы республики, предметы утвари и разнообразные украшения. Последние особенно нравятся молодежи. Говорят, изделия из природных материалов создают особое настроение. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.